вперед, 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 хоп, пошли. Вперед, 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 вперед. По команде собаки срываются с места. Роксана и Рэй – молодые хаски. Эта порода отличается силой и выносливостью, а потому собаки без особого труда легко тянут нарты с человеком. Я тут быстро, крепко, весело, крепко держаться надо. А это красавец Грей. После работы собака уже хорошо отдохнула, и ее снова запрягают. На этот раз пес потянет тюбинг с ребенком. Хаски-клуб для нашего города – новшество. Идея и проект принадлежит начинающему предпринимателю Наталье. Я прошла школу предпринимательства, где обучилась уже основным функциям бизнеса, вот, где предоставила уже свой проект. Вот. Мы защитили его. Этот проект одобрил наш мэр. Власти города выделили место для клуба на Солнечной поляне и помогли реализовать проект. Ну а юрта стала настоящим полевым музеем. Здесь вы сможете ознакомиться с историей, атрибутикой и костюмами северных народов. Юрта увешана настоящими шкурами. Тут есть национальная одежда, посуда и украшения. Здесь вы узнаете, как живут народы Севера, их традиции и историю. А работать хаски-клуб будет круглый год. Пока три собаки, да. На данный момент три собаки. Сейчас мы просто обучаемся ездовому направлению. В этот раз приняли участие на соревнованиях в Удмуртии. Было такое легкое соревнование, это конекросс. Мы бежали на 1 километр. Вот, заняли среди 19 участников 7-е место. Клуб работает в субботу и воскресенье с 12 до 18 часов. В остальные дни по договоренности. Здесь вас ждут горячие напитки, катание на нартах и тюбингах, юрты, музей народов Севера. Светлана Шумкова, Фахри Исламов, Новости НТР.